Приветики, рада приветствовать вас на своем канале. Заранее прошу прощения за то, что пропала. Работы очень много, поскольку мало мастеров. Лето, никто не хочет работать. Приходится работать самой, иногда и очень долго. Время на снятие видео практически нет. Мы даже не успели все доделать в студии, то, что хотели. Но я, как обещала, вам ее покажу. Покажу в том виде, в котором она сейчас есть. Дальше будет лучше. Ну что, девчонки, пропала я из эфира. Простите, сегодня на часах уже 21:50. Я нахожусь в студии, потому что у нас тут глобальная уборка, перестановка. И теперь будет все по-другому. Аленка делает для нас декор. Ну, а в студии полнейшая разгардия. Ну, стоит кресло-реклайнер, которое должно выглядеть вот так. Здесь еще место провиста остается на месте. Ну, это ненадолго. Это, возможно, до утра, а возможно, до завтра. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну что, я обещала показать, как теперь выглядит студия. У нас появилась вывеска. У нас есть красивые тонированные окна. Ну что, заходим. Здесь у нас сегодня подготовка к базовому курсу по наращиванию ресниц. Уже готовы для девочек пакетики участника, у которых есть красивая методичка. Материалы для работы, пинцетики, которые мы им дарим. Так выглядит стойка администратора. Пока она выглядит так, потому что я не знаю, как придумать новый дизайн. Сейчас все это у меня в разработке. Далее мои любимые реклайнеры. Мои любимые, обожаемые кресла, на которых клиентам очень удобно. Я сама, как клиент, уже их испытала, ложишься и просто на них засыпаешь. В них очень удобно работать мастеру, потому что разработаны мной специальные подставочки для них. Вот, ну и понятно, что очень удобно клиенту, потому что они очень-очень мягкие. Моя фотозона, которую мы с девчонками, спасибо им огромное, до 3 часов ночи складывали. Ставлю вам небольшое видео, зона работы бровиста. Наша зона ожидания небольшая, тоже с такими авторскими креслами. Все у нас очень похоже между собой, все выдержано в одном стиле. Теперь, да, есть кое-какие моменты. В этой зоне еще не хватает шторок, зеркал возле каждого реклайнера, которые уже куплены и уже ждут, пока их повесят. Здесь ничего не поменялось. Остается наша подсобка и уборная, которую вы уже видели, где у нас есть всякие штучки для девочек, которые регулярно отсюда пропадают. Сухой шампунчик появился. Для чистки одежды, обуви, дезодорант, средства гигиены. Вот так теперь выглядит студия. Я думаю, что вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И совсем скоро будет что-то очень интересное. Если у вас есть вопросы, вы мне можете их задавать. Я вам на них отвечу, возможно, даже в прямом эфире. Спасибо вам, всем пока!